ученый построил суперсекретное убежище под своим домом, чтобы защититься от ядерной бомбы. Как только он и его жена вошли внутрь, произошел огромный взрыв, и весь город был разрушен в щепки. Мужчина немедленно закрыл дверь бомбоубежища и установил таймер на 35 лет, потому что радиация от ядерной бомбы должна была продлиться по крайней мере 35 лет. Когда он объяснил это своей жене, она была в ужасе, но, к счастью, ученый уже приготовил провизию, воду, лекарства и другие предметы первой необходимости на 35 лет в своем убежище. Прошло время, и у пары родился красивый и здоровый ребенок. Они оба хорошо заботились о ребенке и рассказали ему многое об внешнем мире. Семья начала счастливо жить в бункере, и он стал их собственным маленьким миром. Прошло 35 лет, и настало время покинуть бункер. Но как только он вышел из бункера, случилось это.